А это приехал чубатый доминант Чехия. Вот такое вот яйцо с номером. Вот так выглядят яйца курочки, которая потом будет нести зеленые яйца. Это чубатый доминант Чехия, который несет зеленое яйцо. И меня очень часто спрашивают в комментариях, где я заказывала эти яйца. И я, конечно, пишу, отвечаю на этот вопрос, где их заказывала, но они очень плохо упаковывают эти яйца. Вот они пришли у меня в коробке, просто в лотках, вот такой картон, непонятно зачем, который не удерживает яйцо во время движения, и яйца эти шатаются вот так вот в лотках, колотятся, то есть упаковка у этого продавца отвратительная. При доставке из 50 яиц 4 сразу отбраковка. Вот битая, не знаю, видно вам или нет. Так, вот, смотрите, битая. Красивые крупные яйца. И вот смотрите, как жалко. Вот, все битое. Ну, а это яйцо вообще даже с потеком. Вот так вот разбилось. Доставляют они, конечно, очень быстро. Вчера отправили, сегодня уже забрали. Но вот такая вот, видите, упаковка. И еще меня очень сильно волнует шатание яйца в лотке при транспортировке. Оно просто взбивается в омлет. Вот поэтому я, когда отвечаю на вопрос, где я покупала эти яйца, я вам всегда говорю, курочки хорошие, отличные, но поставщик этого яйца не уделяет внимания для хорошей упаковки яйца при транспортировке. Вот из 50 яиц у меня 4 сразу отошли. Но еще представьте, при инкубации мы увидим все прелести, как там все проходит. Конечно, я вам покажу результат, сколько будет цыплят из этих уже 46 яиц. Все вам потом расскажу. А вот эти яйца я купила прямо со двора у хозяина кур. Это чубатые куры. Смотрите, он подписал их даже вот так вот. Чубатые куры. И у него еще в хозяйстве есть джерсийский гигант. И здесь у меня вот целый этот лоток, это чубатые куры. А вот это помеси с джерсийским гигантом. И несколько яиц чистый джерсийский гигант. Здесь и мои яйца, и здесь тоже это моих кур яйца, и в этом лотке тоже яйца моих кур. Вот эти все яйца едут в инкубатор, и какой будет результат, я вам все это покажу. А если сказать про упаковку яиц, то хотя бы вот так вот в лотке каждое яйцо вот так вот в мягкую бумагу завернуть. И уже при транспортировке, вот я шатаю лоток, это яйцо очень четко сидит в ячейке, и никаких шатаний тут нет. Вот такие вот яйца. А вот это чубатые куры. Они сидят у этого хозяина отдельно. Эти яйца я покупала прямо со двора, из рук в руки. Никакая почта, никакой пересылки здесь не было. Хотя бы вот так вот упаковали бы яйца, и они уже при транспортировке, вот, видите, они стоят каждая в ячейке и ничего не шатается. Конечно, я сейчас буду отвозить эти яйца далеко в дорогу, поэтому упаковываю все заново. Вот так вот поедут эти яйца.
Опять же, пакую яйца. И смотрите, вот такой сюрприз. Вот так, видите? Вот поэтому, когда меня спрашивают, где я покупала эти инкубационные яйца, вот не с охотой я вам это говорю сразу. Конечно, кому очень надо, я напишу, где я их покупала. Но вот так вот пакуют. Посмотрите, какой класс! Это, скорее всего, доминант чубатый снес яйцо. Это мои предположения. Но это же просто нереально класс! Еще нет 4 месяцев. Это снес, скорее всего, чубатый доминант. Вот она. Я думаю, что это она. Смотрите, яркий гребешок. Первый признак того, что курочка несется. Это чубатый доминант, который вывелся у меня 28 марта 23 года из чешского покупного инкубационного яйца. Чубатый доминант. Смотрите, курочки еще нет 4 месяцев. 28 июля ей будет только 4 месяца. Вот это класс! Вот, смотрите. Ну, это вообще мне подарок. Кстати, вот тоже самая курочка, тоже чубатый доминант. Смотрите, гребешок еще не отрос. Он еще совершенно другого цвета. А вот эта курочка, 100% это она снеслась. Ну, уже надо ставить гнезда. Вот такое зеленое яйцо несет вот такая красавица. Класс, порадовали меня сегодня курочки. Это уже курочка-молодка. Можно эту курочку уже называть курочка-молодка. Твое яйцо? Молодец ты, моя красавица. И 3 зеленых яйца.